Что касается свободного выхода из Союза, ведь в Конституции, я его сейчас упоминал, была в Конституции 1977 года, и в прежних Конституциях были прописаны эксклюзивные, монопольное право Компартии на власть. И она, Компартия, была стержнем всей государственной системы. И там не было никакого права выхода из Компартии представителям различных там, национальных образований. Она все держала. По сути, Компартия связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересами всей страны. И когда сама по себе, без всяких внешних ударов, начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих конституциях нашей страны 1924, 1936, 1977 года. И этого, разумеется, подобных вещей мы должны избежать.